50 странах мира не удастся к концу сентября достичь поставленной ВОЗ цели вакцинировать 10% населения. Тем временем 90% богатых стран уже достигли поставленной задачи. Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебриесус, выступая на саммите по вопросам борьбы с пандемией. По его словам, в основном нехватка доз препарата от коронавируса наблюдается в африканских странах. Гендиректор ВОЗ подчеркнул, что сейчас необходима твердая глобальная приверженность поддержке вакцинации 40% населения каждой страны к концу нынешнего года и 70% к середине 2022 года. По его словам, для достижения этих целей сейчас необходимы 2 миллиарда доз для стран с низкими и средними доходами.